первый чудный день в моем любимом городке. Населения нас очень мало. Сияет солнце, поют птички, а я рисую, сидя у моего любимого дерева. Спасибо, наверное. Что такое, малыш? Тебе это нужно? Вот бы понять, что вы пытались мне сказать. Да, в общем, моя жизнь прекрасна. Не хочу ничего менять. Папа! Дочка, у меня есть две новости. Хорошая и отличная. Хорошая, меня повысили. Вот класс! Отличная. Переезд! Мечтаешь о любимом деле? Пусть будутся твои мечты. Ну как заранее узнать, в мире счастлив где? Зоомагазин. Большой город. Население 2 миллиона человек. Теперь 2 миллиона и еще 2. Это мой папа Роджер Бакстер. Ему нравится сидеть за рулем. Он летчик. А это я. Меня зовут... Лайс! Да, папа. Я так рад! Ты тоже? Тебе не терпится устроиться на новом месте? ННО, папа. ННО? 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 Нет, не очень. Что? Неужели ты не рада, что мы переезжаем? Папа... Знаешь, было бы здорово, если бы ты спросил меня, а не просто поставил перед фактом. Я ненавижу сюрпризы. А я люблю сюрпризы. Пойми меня, милая. Это отличное место. Там хорошая школа, и у меня не было времени на раздумья. Я знаю, ты любишь приключения. Представь, что это просто приключения. Ну же, Блайз, я тебя подводил хотя бы раз. Прибавить? Хорошо. Странно. Эй, смотри, куда едешь! Ничего, я пилот! Вот это приключение, папа! Вот, приехали. Дом, наш милый новый дом. Что это? Мы будем жить в зоомагазине? Маленький зоомагазин. А я и не заметил. Ребята, верхний этаж. А, куда? Осторожно.
Извините, вы меня напугали. Да, так бывает. Очень часто. Стиль Блайз? Тебя зовут Стиль Блайз? Нет, Блайз Бакстер. А вас как? Я Уитни Бискет. А я, ну, Бритни Бискет. Близняшки. Очень приятно. А ты здесь, ну, будешь жить? Думаю, что да. Жаль, это не дом, это... Позор! Это твоя одежда? Да. Да, моя. Значит, нужно купить новую, так что если хочешь пройтись с нами по магазинам... Мы, ну, не против. Мне надо чем-нибудь заняться. То есть, мне надо распаковать вещи. Так что, спасибо? Нет. Прости. Знаешь, Блайз, нам никогда не говорили «нет». И да, это все-таки случилось, и мне кажется, нам это совсем не нравится. О, ты посмотри, бу-бу-бу-бу, такие хорошенькие. Вот вы какие, да, да, да. Ты посмотри. Папа! Блайз, передай своему папе, чтобы он не привыкал к этим животным. Да, этого зоомагазина тут скоро не будет. Папа, что ты делаешь? Просто здороваюсь. А теперь попрощайся. Пока-пока. Ну, что ты думаешь о нашей новой лачуге, Блайз? Сейчас никто не говорит лачуга, если ты не имеешь в виду внешний вид квартиры. Что ж, эти вещи забери к себе, ладно? Конечно. Эй, я заметил, ты разговаривала с двумя девочками. Уже подружилась? Я так не думаю, пап. Эти девочки были ужасны. О, как жаль, Блайз. Ничего, такие, как они, наверное, в каждом городе есть. Близняшки? Нет, грубиянки. Точно. Мне от них тоже досталось. Я очень рад, что ты у меня не такая. Не близнец? Нет, не грубиянка. Я тоже. Так, Блайз, не забудь, это приключение. А я люблю приключения. Может, если я буду часто это повторять, то сама в это поверю. Ну, или спою. Вот это приключение, ты только посмотри, вот только бы тут было место внутри. Моя гитара не поможет. Что такое? Ты посмотри, это кухонный лифт. Я слышала, что в старых домах такие бывают. Ого, он наверняка спускается на первый этаж. Это музыка. Она зовет меня. Она меня манит. Нет, не могу устоять. Вот это приключение. О, с пылью тут все обстоит замечательно. Это кто? Девочка, она только что выпала из стены. Надеюсь, она цела. Ох, боюсь, что нет. Думаю, эта огромная голова пострадала больше всего. Ох, Рассел, посмотри, что с ней. У тебя есть опыт в таких делах. У меня? Рассел, не спорь, пожалуйста. Ладно, ладно. А? Кажется, она в порядке. Ты дикобраз? Вообще-то ежик. Все постоянно путают. А, хорошо, она может сесть, она жива. Говорящая обезьяна? Что со мной происходит? Животные говорят, а я их понимаю. Стой! Ты сейчас сказала, что ты нас понимаешь? Ой! Давай я разберусь, Рассел. Ты понимаешь слова, которые я сейчас произношу?
Потрясающе! У тебя есть имя? Блайз. Привет! Блайз! Так, теперь мы тебя знаем, а ты нас нет. Позволь нам представиться с помощью песенки, которую я бы назвала... Да, позволь нам всем представиться. Позволь тебе объясню все, а ты посиди, отдохни на меня, смотри и слушай. Привет, я Зои Тренд, и на слова поверь, я тут звезда, и знакомы мы с тобой теперь. Я Пеппер Кларк. На самом деле я тоже звезда. Только я комик. Пеппер и я друзья. Сотни шуток у нее. Никогда с ней не соскучишься. А настроение легко понять. Нос подними и просто все почуешь сам. Я учуял запах. Прямо здесь. А наш Винни Терриот танцор. И заменяет танцем легко. Он десятки или сотни слов. Отличный парень. Настоящий друг, и подтвердят это все вокруг. Мы все Зо твой, Зо твой. Магазин, это Зо твой. Зо твой. Магазин, просто Зо твой. Зо твой. Магазин, да мы Зо твой. Зо твой. Зо магазин. Амика Марк у нас большой художник. Может проболтать она везде. Не получилось. Суню не в лап, просто мангуст. Не каждый фокус лучше в этот раз не вышло, ну и пусть. Немного мрачноват и любит поворчать, но мы не против, просто он один из нас. Мы все Зо твой, Зо твой. Магазин, это Зо твой. Зо твой. Магазин, просто Зо твой. Зо твой. Магазин, да мы Зо твой. Зо твой. Зо магазин. Зои, думаю, песню пора заканчивать. Похоже, мы устроили здесь беспорядок. Это Рассел, Рассел Фергюсон. Он немного зануда и хочет тишины. Он пелин, ты можешь стать. Представила тебе я новых друзей. Мы все Зо твой, Зо твой. Магазин, это Зо твой. Зо твой. Магазин, просто Зо твой. Зо твой. Магазин, да мы Зо твой. Зо твой. Магазин, просто Зо твой. Зо твой. Видимо, я все-таки ударилась головой. Надо отсюда выбираться. Ой, милая, я не видела, как вы вошли. Я хозяйка магазина миссис Томбли. Приветствую вас в моем раю, маленьком зоомагазине. А я Блайз. Эти животные поют и пляшут. О, неужели мои малютки поют и пляшут? Ой, дети, это все ваша музыка. Поют и пляшут. Это не все, они со мной разговаривали. Блайз, ты прелесть. Впрочем, со мной звери тоже иногда разговаривают. Правда, единственное, что они мне говорят, это «Где корм, миссис Томбли? Мы есть хотим, еще еды! Ням-ням-ням!» Нет, миссис Томбли, я говорю правду, животные со мной говорили, а я им отвечала, и мы друг друга понимали. Моя милая, попробуй вернуть свою голову на место. Хотя здесь, в зоомагазине, иногда происходят удивительные вещи. Эта комната урчит. Опять кондиционер шумит. Надо его починить. А-а-а!
Ты веселая, ты сумасшедшая. Ладно, да, ладно, да, верно. Ладно, да, точно. Четверг? Тогда и поговорим, да, хорошо. Да, пока. Проходите, пожалуйста. Я ищу место для магазина. Конечно, ладно, да. Хорошо. Так, подожди минутку. Это Кристи, да. Да, хорошо, да, хорошо, да. Отлично, да. Ладно, да, 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 точно. Угу. Слушайте, я вам обоим потом перезвоню, ладно? Пока. Простите. Так, что у нас тут? Вы вошли, и я вас спросила, чем я могу помочь. Ах, да. Там написано, что вы закрываетесь. Когда помещение освободится? Я не могу точно сказать. Я хотела все решить завтра. Я не люблю принимать решения по нечетным дням в четные месяцы. Ясно. Я хочу открыть кондитерскую, и этот район мне нравится. Моя визитка, позвоните, когда решите освободить помещение. Да, я позвоню. Обещаю, все будет хорошо. А, надо ответить. Спасибо. Это Кристи. Да, хорошо. Да. Ох, как я буду скучать по магазину. Ты это слышал? Зоомагазин закрывается? Скажи, что это не так, Зоуи. Нет, боюсь, что это так. Я не хочу, чтобы зоомагазин закрыли. А где мы будем играть? Если бы хоть кто-то мог нам помочь. Кто-то, кто нас понимает и может с нами разговаривать. Нам нужен всего один человек. Один человек! Да, Винни, мы поняли. А как же Блайз? Хватит, Пеннилинг. Один человек, который понимает наши слова. А как же Блайз? Хватит, Пеннилинг. Ситуация и так очень сложная. А как же Блайз? Я понял. Нужна Блайз. А, так, так, так. Ну-ка, я слушаю. Да, да, я же говорила. Блайз, проснись. А, привет, пап. Мой, мне такой сон приснился. Там был говорящий дикобраз. Вообще-то ежик. А? Привет. Это был не сон. Ой, прости, что назвала тебя дикобразом. Ха, ничего. Почему я вдруг начала понимать животных? Как можно говорить с животными? Это не важно, Блайз. Важно то, что... Что такое? Попали. Мы приехали в этом ящике. Это лифт. Эй, как ты меня назвала? Блайз, мы хотим попросить тебя о помощи. Мы не можем допустить, чтобы зоомагазин закрылся. Неужели я могу как-то этому помешать? Но... О, здесь просто написано «Зоу» и большими красивыми буквами. Простите. Знаешь, отлично смотрится. Здесь пахнет. Простите меня, я немного нервничаю. А, что я делаю? Блайз! Ты проснулась? Ты же не хочешь опоздать в новую школу в первый день? А, нет, пап. Так, ребята, вам всем пора. О, Блайз, ты здорова? Тут очень плохо пахнет. А, это я. Все хорошо, пап. Я уже иду. Все, спускайтесь. Стой! Блайз, если ты нам не поможешь, наш магазин закроют. И мы окажемся в другом, самом большом магазине. Самом большом, холодном, неуютном магазине в городе.
Там мы не сможем играть вместе. Еда там очень невкусная. А их игрушки не пищат. Блайз, помоги нам! Почему я? Это же очевидно. Ты живешь над магазином, ты очень хорошая и... А, да, ты единственная, кто нас понимает. Скажи, что поможешь. Пожалуйста, пожалуйста. О, ладно, ладно. Я помогу. Спасибо! Пока у меня нет никаких идей, но я что-нибудь придумаю. Да, вот еще что. Тебе надо успеть до завтра. Что? Когда? Простите! Мы в порядке! Продолжение следует. Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть».